Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Перерождение. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем и охватывает тысячелетний период. В результате секретного правительственного эксперимента на свободе оказываются кровожадные вампиры, зараженные опасным вирусом. Остановить распространение болезней, грозящей уничтожить человеческий род, под силу лишь девочке-сироте по имени Эми, которая обладает странной властью над вирусом. Ремнант, все еще вижу тебя. Загадочная аномалия стирает границы между миром живых и мертвых. Бесплотные призраки погибших людей внезапно вторгаются в дома и жизни своих близких и столь же неожиданно исчезают. Ремнанты. Никто не знает, откуда они взялись и зачем пришли. Вероника решает сделать шаг в потусторонний мир для того, чтобы разгадать эту тайну. Но путь ей преграждает таинственный убийца из прошлого. Чудо-женщина. Принцесса амазонок приходит в мир мужчин, чтобы стать величайшей из женщин-супергероев. La La Land. Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах, но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Пэм. Путешествие в Нетландию. Ледниковый период 4. Континентальный дрейф. После приключений под землей прошло 7 лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделенные от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!